10 дней льготной подписки. Редакция городской газеты «Новое время» информирует, что с 7 по 17 июня подписаться на второе полугодие 2022 года можно по льготной цене. Обратиться можно в ближайшее почтовое отделение или к своему почтальону, который поможет вам оформить подписку. Также можно оформить электронную подписку, отправив запрос на e-mail редакции «Новое 220@yandex.ru». «Новое время» уже больше 30 лет информирует горожан о самых важных событиях из жизни нашего города и республики. На страницах издания – страницы городской истории, очерки о заслуженных бендерчанах и людях труда, ветеранах Великой Отечественной войны и защитниках Приднестровья, статьи о здоровье и рекомендации садоводам-любителям, а также другие полезные советы и интересные факты. Только проверенная и официальная информация. Выходит газета трижды в неделю. По субботам подписчики получают приложение в виде программы телепередач на неделю.